На фестиваль. Ну, а зачем?
шить и крафтить, а мы выходить на сцену. Но есть же персонажи, которые мне подходят. Урсула, например. Ну, или ведьма пустоши. Слушай, с тобой по-хорошему нельзя, я правильно понимаю, да? Ты не осознаешь, что от этого зависит выступление всей команды. Но я же хорошо костюм сделаю. Послушай, моя дорогая, принцесса Ивана может стать только та, кто похожа на принцессу. А если бы, скажем, Золушка выглядела, как ты, принц бы на нее и не глянул. Пойдемте, а то еще опоздаем. А мне что делать тогда? О, я об этом позаботилась. Не думай, что мы тебя забыли. Здесь все для тебя. А это что? На второй день нужно уложить парики, выстирать, выгладить костюмы, разобрать бижутерию, привести в порядок косметику. Развлекайся. А я даже зрителям не могу пойти. Ну что ты, конечно же можешь. Как только все сделаешь. Как будто мы тебя не пускаем. А знаешь, вот тут ниточки лезут. Ой, проводочка прохудилась. Вот это все починишь, тебе же не сложно, да? Мне кажется, бисер просыпала. Ты же соберешься, тебе же не трудно, правда? Спасибо. Но до начала фестиваля осталось совсем мало времени. Ты знаешь? Я не успею. Значит, придется постараться. А почему я не могу это сделать вечером? После фестиваля? О, она опять со мной пререкается. Дело время, потехи час. Ничего за 5 минут! Ты не настоящая фея! У тебя нет волшебных
И запомни, Золушка, ровно в 12. Это как-то сказочно звучит. И запомни, Золушка, ровно в 2 часа дня. Ты должна быть за кулисами. Теперь хочет болтать. Поехали. Боже
Спасибо. А вам нужна помощь? Если вам не трудно. Конечно нет, что вы. Дома можно было еще и бухать нормально со мной. Вау! Почти как новенький. И даже не заедно совсем. Спасибо большое. Ничего страшного. Но это все равно полумеры. А вот после фестиваля придется поработать по-настоящему. Ха! Это было легко. Я бы сама с этим запросто справилась, но накладные ногти мешают. Ну что, мне пора выходить. А вам? Удачного выступления. Благодарю. Да, мало ли, да? Малкий, да? Дома. Видела? Ты еще тут? Все уже косплей починили. Да? Вам нужна какая-либо помощь? Опять 25. Ты что, меня не признала? Затрудняюсь ответить. А с паяльником? Прости, Кать. Все, я бы все договорилась. Идем, у тебя скоро выход. А, погоди, погоди, а как же заявка? Это я тоже слышала. Ты же шутишь, правда, Кать? Конечно же, шучу. Ты же на конкурсах, помнишь? Так что вперед! Я думаю, что многие из вас со мной согласятся. Без сомнений, это далеко не последний раз, когда все мы здесь собрались. С огромным удовольствием я хотел бы объявить победителя этого фестиваля. Им становится Мартиша Адамс! Я бы не стал торопить события. А вы в нас сомневаетесь? Отнюдь. Однако в этом году я принял решение, что на конвент поедет отнюдь не человек, который займет гран-при этого фестиваля. Мне? Но это, наверное, какая-то ошибка. Этого не может быть. Я же приехала просто потому, что я люблю косплей. Именно поэтому я принял такое решение. У нее простой, неинтересный костюм. Зато у нее сложный и интересный подход. Это подслуживание. Я бы тоже тогда могла не мучиться, да там всем не ходить. Да. А по-моему, нечестно так рассуждать. Ведь можно любить косплей и делать сложные костюмы. А можно любить косплей и делать костюмы совсем простые. Вопрос лишь в том, зачем мы это делаем. И именно поэтому я бы хотел, чтобы на конвент поехал человек, который любит косплей не за призы, а просто за то, что он есть. Поедешь на конвент.
Сауранка, Нина, Менчен, Кабру.